Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вашему вниманию представляется программа профессиональной переподготовки по направлению политология, взаимодействие с органами государственной власти и управления, негосударственными и международными организациями. Данная программа ориентирована на специалистов, обладающих начальными знаниями в области гуманитарных дисциплин, возможно, государственных служащих, которые не обладают высшим образованием по направлению политологии. В том числе, актуальность политических дисциплин совершенствуется каждым годом. Необходимо быть квалифицированным специалистом в любой области, которой занимается человек. Для того, чтобы быть квалифицированным специалистом в области политологии, наша программа представляет вам теоретическую и практическую подготовку по направлению политологии. Благодаря данной программе вы сможете узнать, каким образом психология, социология, лидерство и другие, казалось бы, не политологические дисциплины важны в вашей профессиональной политической деятельности и государственной службе. Благодаря тому, что политолог должен быть готов к анализу и редактированию нормативных документов, вы сможете ознакомиться, как необходимо их составлять, чтобы ваша политическая деятельность была эффективной. Каким образом принятие политических решений необходимо для того, чтобы государство процветало, и каким образом ваша политическая деятельность будет идти вверх. Ваша способность к принятию управленческих решений, к использованию эффективных политических технологий должна привести к развитию не только вашей карьерной деятельности, но и политологических дисциплин в том числе. Что же такое политика? Что такое власть? Кто такое государство? И чем оно страшно или наоборот примечательно для многих наших россиян? Каким образом вы будете устраивать межличностные отношения в рамках профессиональной деятельности в области политики? Какие формы политического участия и формы политического управления необходимо применять для того, чтобы ваша политическая карьера шла в гору? Анализ политической ситуации является основополагающим механизмом при принятии политических решений. Несмотря на то, что политология является сравнительно молодой наукой, ее актуальность каждым годом повышается. Международная политика, внутригосударственная политика, несмотря на то, что уровни данной политики разные, цели и задачи у политических институтов и политических субъектов практически совпадают. В зависимости от того, какую политическую деятельность вы выберете для себя в дальнейшем или уже осуществляете, зависит выбор методов и технологий, используемых в политическом процессе. Что из себя представляет политическая система общества? Какую роль она играет во взаимодействии с иными сферами общественной жизни? И чем же она примечательна и какую роль она будет играть в вашей дальнейшей деятельности? Для того, чтобы быть эффективным квалифицированным специалистом, данная профессиональная программа представляет вам совокупность теоретических и практических умений, навыков, которыми вы должны владеть по итогам прохождения программы. А также наиболее интересным моментом для прохождения программы является стажировка и фактически ваша собственная проба политической деятельности, пусть и не в том глобальном объеме, который, возможно, вы перед собой ставите. В современных политических реалиях политолог является наиболее квалифицированным специалистом в области политической деятельности. Поэтому чем эффективнее вы будете обучаться и изучать новые для вас дисциплины, тем эффективнее принятие политических решений будет для вас в дальнейшем. Благодарю за интерес к представленной программе и желаю удачи!